лучший спа-отель. В номинации представлены. Конкурентами сочинского спа-отеля «Острова» на престижной премии Russian Hospitality Awards были и питерский «Хилтон», и московская «Барвиха». Но лучшим в своей номинации был признан отель у Черного моря. Сочинский отель «Острова», как это принято говорить в гостиничном бизнесе, взял «Оскар» в области гостеприимства. Russian Hospitality Awards – это самая престижная премия, отельная премия в России, в которой спа-отель «Острова» вышел в финал сразу в двух номинациях. Это лучший курортный отель и лучший спа-отель. Жюри оценивали отели по рейтингу в системе онлайн-бронирования Booking.com и Trust.you. Это составляло 50% от общей оценки. Остальные 50% – это оценка жюри по определенным критериям. Спа-отель «Острова» – это архипелаг из 4 островов – Лусон, Сицилия, Мурея, Сент-Барт. Это название баров, ресторанов и спа-центра отеля. Он находится в 10 минутах от центра курорта, но в то же время вдали от городской суеты, в живописном парке. Настоящая жемчужина курорта с разнообразием процедур для тела и души. Таких отелей, как спа-отель «Острова», в России очень мало, потому что настоящий спа-отдых, этот вот истинный сервис спа-услуг, мало где правильно и грамотно представлен. Поэтому мы гордимся, что у нас получилось и нас так высоко оценили. Теперь престижная награда в области гостеприимства Russian Hospitality Awards занимает почетное место в отеле, наряду с другими не менее значимыми премиями. Сочинский спа-отель отмечают в различных конкурсах, по достоинству оценивая уровень обслуживания и предлагаемых услуг. Ну а самая дорогая награда отмечают в отеле «Острова» – это гости, которые, побывав здесь однажды, обязательно возвращаются сюда вновь. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».